Новоуренгойский «Факел» завершил серию домашних игр уверенной победой. В рамках 19-го тура чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги северяне принимали у себя в гостях московское «Динамо». Столичный клуб является главным преследователем нашей команды в гонке за лидерство. Жители Ямала могут указать на проблемы, которые, по их мнению, необходимо решить в течение ближайших 5 лет. Например, строительство новых автомобильных и железных дорог, детских садов и школ, а также удешевление стоимости авиабилетов. Специально для этого в регионе запустили сайт «Письмо северян». На бутылках с алкоголем могут появиться страшные этикетки. Идею предложили инициаторы федерального проекта «Трезвая Россия». Они хотят поместить иллюстрацию о вреде чрезмерного потребления спиртосодержащих напитков. Например, это могут быть фотографии с пораженными органами.